Вчера в центре Маутинбайка завершились игры финальной серии Суперлиги 2 чемпионата России по баскетболу. Чебоксарские ястребы не смогли сравнять счет в финальной серии с баскетбольным клубом «Тамбов». Вчера на домашнем паркете ястребы проиграли со счетом 70-81. Итог – второе место в плей-офф Суперлиги 2. Эту же строчку баскетболисты заняли и по ходу регулярного чемпионата. Такой результат можно назвать достойным для чебоксарской команды. Напомним, в прошлом году ястребы заняли лишь 8-е место.